Ладно, слушай, у меня нет ее номера. Если ты хочешь, если ты очень хочешь, можешь набрать Веронику. У нее он есть, но я не хочу с ней разговаривать. Почему ты не хочешь с ней говорить? Потому что она меня задолбала, она меня бесит. Ты не должен разрушать свой брак. Между вами есть любовь, я знаю, я видел это. У вас отличные отношения, которые нужно подлатать. Ты должен стать хиропрактиком и обязательно все исправить. Хватит неискренности. Я хочу приходить к тебе в дом и говорить обо всем открыто. Ты прав, ты прав, ты прав, ты прав, чувак. Орлы, малышка! Да, вперед! Какого хрена? Что это за запах? Вонючая индийская карри! Это Америка, малыш! Возвращайся в свою страну! Что такое? Отвали! Воу, что происходит? Стой здесь, Пэт! Не влезай! Оставьте индейцев в покое! Я уже иду! А ты стой здесь! Я никуда и не иду! Ты грёбаный трус! Я не дерусь, я не дерусь! Эй, вы что делаете? А ну отпусти моего брата! Эй! Ты слышишь? Кто-нибудь остановите Пэта! Держите! Держите его! А ну отпустите! И не трогайте моего брата! Не трогайте!